И, на мой взгляд, вообще пришло время пересмотреть все подход ко всем подобным международным организациям, которые, может быть, снова, изначально они были задуманы как что-то хорошее, и во главе их стояли энтузиасты, которые действительно хотели улучшить этот мир. Сегодня все эти ООН, УНРА и Всемирная организация здравоохранения — это клоаки бюрократические. В лучшем случае они потребляют деньги, ничего хорошего не производят. В худшем случае мы видим, как в ситуации с ВОЗ они еще и наносят реальный вред и ущерб тем, кто их фактически кормит.